Самое яркое астрономическое событие последних лет – к Земле приближается комета, увидеть которую можно даже невооруженным глазом. Космическая гостья будет видна в предрассветном небе в течение нескольких недель. Явление действительно редкое. Последний раз именно эту комету наблюдали еще в Древнем Египте. Кирилл Парменов расскажет подробнее. Охота в самом разгаре. Каждую ночь армия профессиональных астрономов, фотографов и просто ценителей красивого и необычного выходит из дома, чтобы увидеть комету, ярче которой на звездном небосклоне не было последние 7 лет. Сейчас 1:22 ночи по Москве, и я хочу поехать за город и попробовать сфотографировать комету C2020 F3 NEOWISE. Обнаруженная в марте комета уже прошла перигелий, минимальное расстояние от Солнца, и сейчас несется в сторону Земли, с каждым днем разгораясь и становясь все ближе и ярче. Данная комета уникальна тем, что она видна невооруженным глазом. Даже приходят сообщения о наблюдениях из черты города Москва. Это очень сильно засвеченный город. Невооруженным глазом у кометы виден длинный хвост полевой, длиной примерно в 5 градусов. Это получается в 10 дисков Луны. Возможно, что в ближайшее время станет визуально видно и второй хвост. Дело в том, что у нее есть газовый хвост, который сейчас пока виден только на фотографиях. Ближе всего комета подойдет к Земле 23 июля. Как говорят астрономы, опасности для планеты нет. Ее траектория не пересекает нашу орбиту. Поэтому наслаждаться редчайшим явлением можно без всякой опаски. Редчайшим, потому что по расчетам последний раз NEOWISE проносилась на этом же месте около 5000 лет назад. Сейчас она находится в созвездии Возничего, потом окажется в ковше Большой Медведицы. Первыми кадрами делятся с миром фотографы Италии, Франции и Северной Ирландии. Сказочный снимок с борта МКС сделал космонавт Иван Вагнер. В средней полосе России комета сейчас лучше всего видна от полуночи до часу ночи, а в южных регионах, наоборот, на рассвете. Смотреть нужно на север, невысоко над линией горизонта. Кирилл Парменов и Андрей Грис, ТВ-центр.